А теперь мы свяжемся с матушкой Фредерикой Мэтьюс Грин, очень известная писательница, православный автор. Мы послушаем ее рассказ отце Джордж Калчу, который жил и проповедовал в Румынии. У нас был большой кинопоказ, более 200 длился этот фильм об отце Джорджи Калчу. Называется «Семь слов» название фильма. Также в Москве была презентация этого фильма. Сам фильм был снят румынами, и я хочу сказать, что он производит колоссальное впечатление. Мы теперь слушаем матушку Фредерика Мэтьюс Грин, которая расскажет об отце Джордж Калчу. At this conference we will meet many of the Orthodox heroes who stood against evil in the last century. На конференции мы встретим много православных героев, которые встали на защиту добра против зла в предыдущем веке. Я хочу познакомить вас с отцом Георгием Калчу, одним из румынских исповедников и борцов с коммунизмом. Последние 7 лет его жизни он был моим духовным отцом. Разумеется, я расскажу вам историю его героизма и неповиновения перед лицом истинного врага. Я также хочу познакомить вас с ним, каким я знала его как духовного отца, как вдохновителя и друга. Я хотел бы, чтобы вы были бы со мной в тот полдень во вторник 1990 года, когда я впервые зашла в маленькую церковь и встретилась с ним. Мы восхищаемся героями и святыми, но как ты себя чувствуешь, когда встречаешься с ним лично? Вначале я расскажу вам, как отец Георгий был пленником в советском лагере в Румынии. Он сидел два срока, с 1948 года по 1964 год и с 1979 года по 1924 год. В общей сложности 21 год. В 1948 году, когда отец Георгий был молодым студентом-медиком, он был схвачен и определен новую экспериментальную программу, призванную придать поколению молодых людей новую форму идеального коммуниста. Экспериментальная программа проводилась в лагере Питешти, недалеко от Бухареста. И процесс известен под названием «промывание мозгов», хотя они называли это перевоспитанием. Проходило это несколько этапов, когда доставлялась новая группа заключенных. Их сначала избивали тюремщики, а потом били сами заключенные, которые сидели дольше других. Несколько человек убивали, власти убирали всякого, кто мог стать лидером. Потом заключенных пытали, унижали разными способами, в частности, заставляли наблюдать над богохульством и участвовать в нем. Сокамерник, отец Роман Брага, рассказывал мне, что поскольку у них не было календаря, они не знали, какое сейчас время года или праздник, но они угадывали это по пению тюремщиков. Если стражи пели и богохульствовали пародиями на рождественский гимн, они знали, что приближается Рождество. Отец Роман также рассказывал мне, что тюремщики издевались над ними, рассказывая, что Господь Иисус Христос состоял в любовной связи с Марией Магдалиной. Отец Роман говорил, что в Румынии это считалось пыткой, а в Америке люди выстраивались в очередь и платили деньги, чтобы посмотреть такой фильм, как «Код да Винчи». Он добавлял: «Земля свободных людей, я не думаю, что вы так уж свободны». В Питешти заключенных подвергали процессу срывания масок, когда их под пытками заставляли отказаться от всего, во что они верили. Отец Георгий вспоминал, что его заставляли произносить «Я лгал, когда говорил, что верую в Бога, я лгал, когда говорил, я люблю свою мать и своего отца».
Суть заключалась в том, что измученные заключенные начнут сомневаться в своих собственных мыслях и воспоминаниях. Они больше не могли быть теми, кем были на самом деле. Власти считали, что они подрывают сущность идентичности заключенного, и что они смогут внедрить в его сознание ложь. Этот эксперимент, слава Богу, продолжался всего несколько лет. Мир вздрогнул, когда узнал об этом, и коммунисты выглядели неприглядно и жалко. Они заявили, что ничего не знали об этом, и начали искать козлов отпущения. Когда люди слышали об этих истязаниях, они говорили: «Я никогда не смог бы быть таким смельчаком, я бы просто сдался и сказал им все, что они хотели услышать». Отец Георгий говорил, что это была правда и о нем, и о других. Ты доходишь до безумства от боли и не понимаешь, что говоришь. Отец Георгий добавлял, это было духовным сражением между добром и злом. И мы пали на поле брани, многие из нас. Мы пали, потому что это было выше нашей возможности сопротивляться. Предел сопротивления человеческой души был испытан дьяволом. Он продолжал, когда тебя пытают после часа или двух страданий, боль уже не так сильна. Но после отрицания Бога и понимания того, что ты стал богохульником, эта боль не проходит. Мы прощаем наших палачей, но очень трудно простить самого себя. Отец Георгий говорил, какое утешение он находил в молитве после пыток и возвращения в камеру. Сокрушался после пыток и неудач дня, просил Господа простить его. Он говорил, ты знал наверняка, что завтра опять будешь отрекаться от Господа. Но те несколько минут посреди ночи, когда ты плакал и молил Бога простить тебя, были очень сладостны. Был еще один этап промывания мозгов, и он был хуже всех, когда заключенного заставляли пытать кого-либо другого. Это завершало разрушение его личности. Отец Георгий говорил, во время этого испытания многие пытались покончить с собой. Сам отец Георгий пытался броситься в пролет трехэтажной лестницы, но один из заключенных оттащил его. Отец Георгий был освобожден в 1964 году. Он потерял 16 лет жизни, и к тому времени было уже поздно получить медицинское образование. Вместо этого он получил степень доктора наук во французском языке, посещал семинарию и был рукоположен в священники в 1973 году. В эти годы свободы он женился на своей любимой Адриане, и они родили сына Андрея. Отец Георгий занял должность преподавателя в православной семинарии в Бухаресте. Несколько лет были мирными, но затем коммунисты опять начали гонения на церковь. Отец Георгий чувствовал, что ты должен выступить против, но многие лидеры церкви убеждали его не делать этого, говоря, что протесты только усугубят ситуацию. В 1978 году отец Георгий почувствовал призыв Бога прочитать 7 проповедей в каждую среду Великого Поста. Первые 4 недели отец Георгий проповедовал в церкви-семинарии, но правительственные наблюдатели выразили враждебное отношение, и на следующей неделе главы церкви закрыли храм. Так что в среду отец Георгий произнес свою речь в закрытом дворике. На следующей неделе они закрыли ворота семинарии, но студенты перелезли через стены, чтобы услышать проповедь отца Георгия. После последней, 7-й проповеди отец Георгий начал получать угрозы смерти в свой адрес, в адрес своей жены и сына.
Его реакция была такова. Он начал планировать новую серию проповедей, что очень характерно для него. Ему не удалось произнести их, потому что семинария уволила его. Отец Георгий уверял, что Господь сказал ему: «Ты просил 7 проповедей, 7 недель, и я дал их тебе. Нет нужды что-либо объяснять или защищаться». Цель этих проповедей была не в защите себя, но в том, чтобы мое слово дошло бы до студентов, и чтобы они почитали Господа. Скоро отца Георгия арестовали еще раз и заключили в тюрьму, и в этот раз все было гораздо хуже. Но 7 проповедей были записаны на магнитофон и распространялись в расшифровках по Западу. Отец Георгий был международно признан политическим заключенным, и лидеры США призвали президента Румынии Николая Чаушеску, чтобы он освободил отца Георгия. Вместо этого Чаушеску подсадил в камеру к отцу Георгию убийц с инструкциями убить его. Планы провалились, и если вы знакомы с историей отца Георгия, то вы знаете, что однажды он увидел нетварный свет. На Пасху он молился в своей камере. Он знал, что это была Пасха, так как слышал колокольный звон по всему городу. И он оглянулся и увидел, что двое сокамерников убийц пали на колени, и вся камера наполнилась светом. Президент Чаушеску был вынужден, в конце концов, освободить его, и его семья переехала в Америку в 1985 году. Теперь я расскажу вам, как я встретил его впервые. Я искал духовного отца и однажды спросил у одного из наших антиохийских епископов, кого он может порекомендовать. Он сказал: «Почему бы тебе не познакомиться с отцом Георгием Алчу?» Я была удивлена, так как считала, что отец Георгий все еще в Румынии. Я прочитала его маленькую книжку «Христос призывает тебя», в которой были его 7 проповедей и интервью. Я восхищалась им. Я понятия не имела, что он живет всего в 45 минутах от меня. Я жила на севере от Вашингтона, а он на юге. То есть по окружной дороге легко можно было добраться до него. Отец Георгий был пастырем в церкви под названием «Святой Крест». И церковь моего мужа тоже называлась «Святой Крест». Я позвонила отцу Георгию, и он назначил день нашей встречи. И вот однажды, дождливый вторник, я приехала, чтобы встретиться с ним. Я приехала в маленькую белую церковь, обнесенную дранкой, построенную приблизительно около 1900 года. В то время там были деревни и фермы, сейчас же загруженная дорога, магистральная с 6-полосным движением по сторонам, которого высятся офисные здания и магазинные центры. В этом окружении эта маленькая белая церковь едва заметна. И довольно странно, что в 70-е годы, когда я и мой муж посещали епископальную англиканскую семинарию, однажды мы заметили эту церковь и надпись «Румынский православный храм». И мы остановились, чтобы посмотреть. Это была скромная маленькая церковь, а вокруг были огромные офисные здания, многоквартирные дома, супермаркеты, кинотеатры и бесконечное движение машин. Когда я вошла в храм, я заметила другую жену, которая беседовала с ним, а лучше сказать, спорила с ним. Я думаю, она тоже была в духовных исканиях, но была переполнена раздражающими идеями, чтобы слушать. Я ждала, прислушиваясь к дождю и громыханию грузовиков. В церкви хорошо пахло ладаном, дождем и старыми деревянными досками. Вся церковь была расписана, стены и потолок, изображая библейские персонажи и события очень таким динамичным и живым образом. Обходя церковь сзади, я увидела маленькие стеклянные подсвечники с самодельными свечами. Позже я узнала, что отец Георгий делал эти свечи из оставшихся огарков
После службы. Там было много брошюр и книг на румынском языке. На многих стояло имя отца Георгия как автора. Узкие деревянные ступени вели в приходской зал. Все имущество церкви ограничивалось территорией здания. В дальнем углу стояли барабаны и яркие зонтики, которыми пользовались эфиопские православные христиане во время богослужения. Отец Георгий и им позволял молиться там. Когда раздраженная дама ушла, отец Георгий подошел ко мне, обезоруживающей улыбкой. И это поразило меня, так как я знала, сколько этот человек пережил, как могла сохраниться эта сияющая, доброжелательная улыбка после всех испытаний. Он взял мою руку и задержал в своей. Это была одна из его привычек. И когда он позже встретился с моим мужем, он задержал и его руку. Помимо ослепительной улыбки, еще одно поразило меня, как невысок он был. Я всего высота 5 футов, а он был, может быть, на 5 дюймов выше. Я всегда думал о нем как о маленьком льве. Я спокойно могла заглянуть в его голубые глаза, которые горели и даже веселились, можно сказать. Мы сидели впереди на скамейке и разговаривали. Я говорила, что ищу духовного отца, и он принял меня. Но я должна была признать, что всегда с трудом понимала его из-за его сильного румынского акцента. Я знаю людей, которые выучили румынский язык только для того, чтобы лучше понимать его. Я восхищаюсь ими, но в моем случае я много улыбалась и кивала, надеясь, что в конце концов я все пойму. Наступила пауза в разговоре, и он очень мягко спросил: «Чего ты боишься?» И наши отношения после этого вопроса перешли на другой уровень. Я приходила к нему на исповедь и за советом, как жить в течение 7 лет. Он всегда был очень добр, вселял уверенность. Я пыталась вспомнить какие-то общие правила, которыми я могла бы поделиться с вами. Он сказал мне, что надо исповедоваться каждые 40 дней, что надо распределять мою исповедь по 3 категориям: Господь, другие и сама. У меня была привычка произносить Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» по 300 раз по четкам каждый вечер. Он сказал, что нужно сократить до 100 раз. И сказал, что не верит, что молитву необходимо повторять много раз. Также он велел мне добавить слово «грешную» в конце молитвы. Далее. Он рассказал мне, чему научился в застенках. Если ты складываешь пальцы для крестного знамения, помести их на грудь и прикрой левой рукой, как он сказал. Это барьер, через который лукавый не может пройти. Но я так и не смогла научиться этому и использую четки. Он сказал мне читать акафист каждый вечер. В пятницу, покаянный канон вечером в субботу, чтобы подготовиться к причастию. Причем покаянный канон нужно читать слух, чтобы истина слов, вылетая из моих уст, достигла ушей. Однажды отец Георгий велел мне размышлять каждый день по 30 минут, чтобы думать о ком-то хорошо. Это нужно для нашей гордыни. Но когда я попыталась это сделать, у меня возникла проблема. Я вернулась к нему и сказала, что 30 минут — это очень долго. Я не знаю, что еще думать о человеке. Я пыталась думать о хороших чертах, а потом спрашивала себя, есть ли эти черты у этого человека. И иногда мне приходилось решать, что нет. У них нет этой особенной черты, и это означало, что я судил их. В этом месте он засмеялся и сказал, что мне не надо этого делать. Признаюсь, что это происходило с некоторой периодичностью. Он просил меня, чтобы я взялась за духовную дисциплину.
И я пыталась какое-то время делать это, потом возвращалась и говорила, что это слишком сложно. Однажды, к моему смятению, он предложил мне поститься в понедельник, говоря, что в среду и пятницу мы постимся, подчиняясь церкви. А если мы будем поститься в понедельник, то будем это делать добровольно, от сердца, делая приношение Господу. Ну, я и попробовала, и вернулась к нему и сказала, что это делает меня раздраженной. Как всегда, он посмотрел на меня удивленно, ухмыльнулся и сказал, что я могу этого не делать. Он был очень добр ко мне. Я хотела бы закончить, подчеркнув его ощущение счастья и неудержимую улыбку. Однажды я думала, как много он вынес в тюрьме в эти годы, и удивлялась, откуда в нем такая сила. Отец Георгий вырос в деревне среди фермеров Румынии, был самым младшим из 11 детей. Он рассказывал мне, что был у мамы любимчиком. И мне пришло в голову тогда, что когда я видел его улыбку, на самом деле я видел ее улыбку. Это была та улыбка, которую он впервые узрел из скалы Бели. Я вижу, как она отражается в его глазах. Моя материнская любовь, которую получил отец Георгий, привила ему уверенность и мужество, которые он проявлял всю свою жизнь. Все мы, кто является родителями, должны помнить, что мы закладываем фундамент жизни, и мы не знаем, куда это приведет. Нашим детям, может быть, предстоят страдания, которые мы не сможем предотвратить, страдания, которые мы даже не можем себе представить, которых мы ничем не сможем помочь. В такие времена они могут быть поддержаны нашей добротой, которую сегодня мы проявили. Улыбка отца Георгия была своего рода свидетельством силы Святого Духа, его собственного мужества и веры, но также материнской любви. Это относится, конечно же, и к отцу, который добавляет материнской нежности такие добродетели, как сила и самодисциплина. Вместе вы воспитываете ребенка, который готов к любым испытаниям жизни. Вы не знаете, через что придется пройти вашему ребенку. Возможно, это милосердие Господа, что мы не можем знать. Но родительская любовь — это как вклад-банк, в который вы добавляете по чуть-чуть каждый день. Со временем это станет сокровищем, которое они смогут использовать всю свою жизнь, чтобы поддержать себя, независимо от того, что принесет им будущее. Отец Георгий, молись за нас. Dear Father George, pray for us. Матушка Фредерика Мэтьюс Грин, мы можем задать вопросы в режиме онлайн. Если есть желание, мы можем задать вопросы в режиме онлайн. Hello, I'm Frederica. Приветствую всех. В настоящий момент я нахожусь в гостях, поэтому я стараюсь говорить не так громко, потому что здесь, в Далласе, в Техасе, 6 часов утра. Приветствую Владыку Герасима. Я нахожусь в вашем доме, а вы так далеко. Я стараюсь говорить тихо, чтобы не разбудить спящих. Вы очень добры, что приютили меня на пару дней. Надеюсь, что технические вопросы будут решены, и я смогу вас слышать. Благословит вас Господь. Мы очень были впечатлены и рады слышать вашу презентацию, услышать о Георгии Каучу. И немногие знают о Георгии Каучу, и вы знали его в течение 7 лет, так же, как и другие новые праведники и святые. Он считается
одним из праведников и подвижников, которые посвятили свою жизнь Господу Богу. Господь Бог его пожалел, и он не умер мученической смертью. Спасибо вам за то, что вы участвуете с нами в режиме онлайн из Далласа. Я тоже хотел бы поблагодарить. Я несколько раз видел документальный фильм о Георгии Калче, румынский фильм «Семь слов». И я хочу сказать, что ваше сообщение произвело такое впечатление. В фильме все очень подробно сказано. Я не знал, что больше меня впечатлило, этот двухчасовой фильм или же ваше эмоциональное сообщение и рассказ. Если можно, я хотел бы спросить. Вы упомянули англиканскую семинарию. Вы с самого начала были православны или же позже приняли православную веру? Were you originally Orthodox Christian, or you turned into Christianity later? You adopted Orthodox Christianity later. That was the main essence of the question. Yes, yes, yes. Да, я хочу сказать, что мой муж был пастором англиканской церкви в течение 15 лет. И к концу того времени, где-то в 80-х, 90-х годах прошлого века, мы видели, что англиканская церковь, она становилась слишком либерализованной, и мы поняли, что мы должны найти другую церковь. И мой муж очень интересуется историей, и он решил, что это должна быть очень древняя церковь. И мы думали принять католическую веру. Мы посетили католическую церковь, но богослужение не было красивым, оно нам не понравилось. И также католическая церковь в Америке начала либерализоваться. К счастью, кто-то сказал ему посетить службу в православной церкви, и после того, как он был в русской православной церкви, он весь сиял, когда пришел домой, вот эта церковь, которую я хотел бы посещать. Честно говоря, мне с самого начала не понравилась православная церковь, потому что я не понимала это богослужение в русской православной церкви, там были какие-то повторы. И после полутора лет или после двух лет мы так и не могли прийти к соглашению. И мы достигли такой точки в нашем отношении. Он сказал, что я стану, мой муж сказал, стану православным, даже если я не стану священнослужителем. И он от рождения был рожден, чтобы быть священнослужителем. Я все еще не понимала русскую православную церковь, ортодоксальную. Православная церковь. Я сказала ему, знаешь что, ты понял что-то такое, что я не могу понять, но я доверяю тебе, и я последую за тобой. И вы знаете, я не могла понимать, не могла понять, в чем суть православной церкви до момента миропомазания. И вот после этого я поняла, вы должны пройти через это, чтобы понять суть православной церкви. И я думаю, день Святой Дух присутствовал там, где я была. Это был январь 1993 года. И после этого я влюбилась, можно сказать, и полностью приняла православную веру. После этого я написала много книг, много эссе и выступала с речами в Америке, в Австралии, где-то в Европе. И мне очень нравится, я полюбила всей душой русскую православную церковь. Православную церковь как таковую. Вы слышите меня? Матушка Фредерика, как странно видеть вас так далеко. О, неужели это вы? Мария Розана.
Она была ближе к Георгию, к Колчу гораздо ближе, чем я. Путешествовала с ним. Она была ее ближайшим другом, не считая, конечно же, жены Адрианы. И я думаю, вы больше узнаете, разговаривая с Марией Рузаной, чем со мной. Не, простите меня, но я с вами не согласна. И каждый из нас, кто знал Георгия Калчу, каждый из нас, у каждого из нас есть своя миссия от отца Георгия Калчу. Он проникал в наши души. Вы своего рода стали и известны, вас уважают. И в ортодоксальной миру вас знают, вас уважают. Могли бы ли вы сказать о том вдохновлении, которое вы получили от отца Георгия, о том, как быть более активной в жизни, как он вас вдохновил и поддержал? Говорил, что очень важно участвовать в вопросах, связанных с религией, с культурой. И он поддержал мне и говорил, чтобы я продолжал бы писать. И он всегда подчеркивал такие вещи, как сдержанность и скромность. И по мере того, как вещи менялись, я размещала на YouTube свои эссе. Я думаю, приближается время. Я родилась в 1952 году, мне уже 70 лет. Я родилась во времена, когда христианство было популярно, оно было распространено. И само собой разумелось, что очень многие люди принимали христианскую веру. Но сейчас чувствуется какая-то враждебность по отношению к христианству в Америке, к сожалению. Потому что то, как мы обращаемся к вопросам морали, касающихся интимных вопросов, так много проблем в этой связи. Мы знаем, что прощение — это является одной из столпов ортодоксальной религии. Хорошо известно, что это христиане, к сожалению, к ним относятся очень плохо. И ирония состоит в том, что вы, которые жили в СССР, смотрели на Америку как на свободную землю, где вы чувствуете свободу. Но вещи поменялись, теперь все выглядит по-другому. И мне кажется, мы все будем и являемся своего рода очевидцами тех событий, которые происходят. То, что мы пронесли через жизнь, то мы испытываем. К сожалению, моя страна США становится настолько атеистической и самоцентричной. И я считаю, что я не являюсь исключением. Мы должны все записывать то, что мы видим, так, чтобы мы могли бы передать это нашим потомкам. Мне кажется, что очень многие, они стремятся прикоснуться к настоящей религии, и мы должны помочь их в этом. Я думаю, что время наступает, когда будет подходящий момент, когда мы станем адептами, мы станем очевидцами тех времен, которые и тех историй, и явлений, которые мы должны будем передать последующим поколениям. Hello. I'm also a former я жил в Америке, теперь я переехал в Россию из-за проблем, о которых вы говорили. Поколение, разрыв между поколениями, непонимание сути
православия, ортодоксального православия. И какая ирония, что я переехал в Россию, которую в свое время называли империей зла. Мой вопрос заключается в том, что отец Георгий, он же из Румынии. Он, его влияние, влияние его учений больше в США и стран, которые находятся за пределами Румынии или же на том же уровне. Мне трудно судить, потому что я не знаю, каково его влияние в Румынии, я не знакома с этим. Я думаю, я, насколько знаю, он очень уважаем, и ему поклоняются, является одним из тех святых, которого обнаружили во многих странах относительно недавно. И все, кто его знал, были под очень большим впечатлением от встречи с ним. И я с отцом Феофаном прошлым вечером выпила немножко вина, и должна в 5 утра, я ему сказала, что я должна встать в 5 утра, чтобы говорить о Георгии Калчу, и отец Феофан удивился, поразился, как вы знали его, я сказал, что он был моим духовным отцом в течение 7 лет, и он был просто поражен. Поражен. И те, которые его знали, я повторюсь, были удивлены, поражены, впечатлены знакомством с этим человеком, когда познакомились с его работами, семь исповеди. И я думаю, чем больше люди будут узнавать о нем, тем больше будет его влияние. Его выслали, ему пришлось покинуть свою родину, и он переехал в США. Да, и им восхищаются. И чем больше вы его знаете, тем больше вы восхищаетесь этим человеком. И знания о нем, я надеюсь, будут еще больше распространяться по всему миру. Спасибо. Спасибо. И еще кто-то хотел бы выступить? Пожалуйста. Приветствую вас, госпожа Метьюс Грин, и извините, что задерживаем вас, мы знаем, что раннее утро в США. Я хотела бы поделиться своими впечатлениями, потому что то, что вы рассказали о Георгии Калчу, произвело такое впечатление на меня. Особенно, когда вы говорили об отце Калчу, вы упомянули феномен его улыбки, то, как он улыбался особенно. К сожалению, как вы уже сказали, очень много вещей обесценены, и люди смотрят с каким-то подозрением на улыбку и на слезы. Все воспринимается с какой-то долей подогрея, подозрения. Искренность исчезла. Come to think about the sincerity of everything, whether it's smile, whether it's tears, etc. Вы говорили, что это была улыбка, улыбка, которая похожа на улыбку матери, когда младенец впервые видит лицо своей мамы. И оказывается, такая же улыбка была у отца Георгия Калчу. Мне кажется, то, что вы увидели его улыбку именно вот под таким углом, это смог бы сделать только настоящий писатель. То, что не то, что писатель, а настоящий писатель. Большое вам спасибо за это. Keep praying for me.
Известный французский лингвист Эмиль Берменстон. О чем или о ком бы ни говорил бы человек, сознательно или подсознательно, он рисует свой духовный портрет. The linguist spoke said that no matter what a person is talking about, they consciously or unconsciously, they are presenting their self-portrait. Я хотел бы в этой связи сказать, что это духовный автопортрет, по моему суждению, этот духовный портрет, он освещен божественным светом. То, о чем вы говорили, и достичь таких высот, это является главной целью духовной жизни каждого христианина. Апостол Павел говорил своим говорил ученикам: вы являетесь светильниками в этом мироздании, и вы должны также освещать окружающий мир так же, как и светило на небе. And as Apostle Paul tells his disciples, that you are the represent the lights in this world, and you should shine like the celestial objects in the sky. Yes. И это такой небесный свет, который пересечет океаны, все расстояния, и он послал волну тепла нам, и мы ощутили это нашими сердцами. This very powerful light that is emanating from you, it transcends the distance and it does put our hearts into more elevated, warm condition. Thank you very much for this. Thank you. I hope God will make that true. Бог слышит вас. Just keep me in your prayers. Спасибо. So thank you so much. Спасибо за вашу презентацию. И мы очень рады познакомиться с вами. Спасибо за то, что вы дали возможность выступить на вашей конференции. Thank you for welcoming me here. Yes, you're always welcome. Please.